Подарки на дороге. В канун 8 марта сотрудники ГИБДД поздравляли автоледи с наступающим праздником. Акция уже стала традиционной, а в этом году и вовсе оказалась юбилейной. Водители поздравляют уже 10-й раз. Именно в преддверии 8 марта госавтоинспекция поздравляет женщин-водителей с наступающим Международным женским днем. Тем самым вручаем женщинам цветы, а они от сотрудников госавтоинспекции сегодня получают позитивные эмоции в преддверии своего праздника. Машины инспектора останавливают с суровыми лицами. Чтобы не портить сюрприз, цветы и подарки прячут за спиной. Сначала автолюбительницы недоумевают, не могут понять, за что их остановили, а потом расплываются в улыбках. Управление ГИБДД, старший лейтенант полиции ЖКХ. В этот прекрасный весенний день мы хотим вас поздравить с наступающим праздником. Пожелать вам без аварийных ситуаций на дороге. Всегда улыбаться. Спасибо. Это вам. Поздравления получились по-настоящему неожиданными. Никто не знал ни места, ни времени проведения акции. Сами автоледи признаются, очень приятно получать цветы от мужчин, а от сотрудников ГИБДД приятнее вдвойне. Не ожидал, что хотела попасть на такой сюрприз, что поздравили. Вот наконец-то. Очень приятно, особенно от наших сотрудников ГИБДД, получить такой подарок в такой прекрасный день. Ни одна женщина, которая ехала во время акции по проспекту Ленина, не осталась без цветов, подарков и, конечно, комплиментов. И уж точно ни одна автоледи не уехала без отличного настроения. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.